Всем привет, с вами Ники. Сегодня я вам расскажу, как установить AGN Android. Давайте начнем. Что вам для этого нужно? Вам надо вбить в Play Market Adrenalin Gamer и его скачать. Дальше заходим в файловый менеджер какой-нибудь ваш и заходим в ту папку, у которой указан путь к игровым файлам. Вот, например, у меня ksh3dfvgs. Значит, я должен зайти в эту папку, дать папку AG. Вуаля, у вас все работает. Но нету. Черный фон. Это можно легко исправить. Выходим из АГ. Так. Ой, извините. Лагает просто. Так. АГ. Вот, все. У нас все осталось тут автоматически. Нам нужно переместить папку ресурс. Или копировать, как вы хотите. И вставить в АГ. Остальное не нужно, потому что она и так все будет работать. Нельзя, не обязательно полностью. Если вас раздражает, это черный фон. Вуаля, ваш черный фон сменился на... который у вас был в обычный Half-Life. Для активирования вспышки вы можете написать call auto jump. Auto jump 1 или KLV 1. Если вы напишите KLV 0, без разницы, может стоит то писать, главное, чтобы было включено. Что ж, был рад помочь. Приятной игры.